Друзья, мы поднимаемся на танцующий мост. Почему он танцующий называется? Ну, потому что он качался какое-то из время. Были толчки, и он весь вот так вот качался. Вот, копы. Копы-копы, а вот у Лёхи нет куска жопы. Кстати, поели котлетки по-киевски с маслицем. Это просто бомба. И не испачкались маслом. Не испачкались, но почти испачкались, потому что оно внезапно вытекает, это масло. Котлеты, конечно, офигенные, стоят 100 рублей. Спасибо, Саша меня накормил. Очень вкусные котлеты. О, да. Сейчас мы едем на пляж. На какой пляж, Саш? Городской. Красная Слобода. Городской, Красная. А вот этот что за мост? А тот был какой мост? Не танцующий? Самый танцующий, это вот этот. А, это самый танцующий. Вот Волга. Оставайтесь с нами, будем чилить. Да, медленно почилим на пляже. На расслабоне. На чили на расслабоне, да? Да. Кто не знает, слово чилить, это от слова американского. Слово чил, тянуть, то есть оттягиваться.